Развитие любой страны оценивают по образцам ее культуры, литературы и духовного наследия. По таким деятелям, как Абай Кунанбаев, казахстанцы должны позиционировать его личность как культурный капитал нации. Мы обязаны сделать великого просветителя брендом нового Казахстана и показать его всему миру. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев говорил в статье «Абай и Казахстан в 21 веке». За долгие годы дипломатической работы я встречался со многими политиками, представляющими разные страны. Мы обсуждали различные вопросы. Как правило, они осведомлены об экономических и политических достижениях Казахстана. Но, увы, не все знают о нашем культурном и духовном наследии. Почему мы не можем показать свой богатый культурный пласт через наследие Абая?